Това, което казвах е, че в Украина в момента печели изборите Зеленски. Да, так, уже видим се снова. Да. Не знаю, слышали ли нет мой въпрос. У нас новости такива, що Зеленски выигрывает 43.9% выборы в украинский парламент. Да, я сейчас смотрю 43,9%, да. И 126 мандатов по партийному списку. Да, верно. Да, мой первый вопрос. Мне кажется, что среди населения Украины преобладают слуги народа. Это правильно? Но здесь, наверное, стоит разделять симпатии к слугам народа как таковым, да, и, извините, что-то летает, да. И стремление к обновлению, которым украинского избирателя гипнотизировали практически на протяжении последнего года в преддверии избирательных кампаний. Да. Вот. Так что здесь достаточно сложно отделить одно от другого, и люди, желающие новых лиц, на самом деле это очень хорошая избирательная технология, да, новые лица есть, но они, как правило, являются ширмой своего рода, и это первый момент. Второй момент, у нас очень популярный избирательный миф, что не меняются политики, не меняются состав у украинского политбомонда. На самом деле это далеко не так. Каждая следующая рада, каждый следующий парламент обновлялся более чем на 50% при каждых новых выборах. Так что это откровенный избирательный миф. Но тем не менее, да, слуги народа пользуются популярностью и наибольшей на данный момент, и, соответственно, они являются победителями выборов. Можем ли утверждать, считать, что популистский и шоумен подход к выборам Зеленского все еще успешная стратегия в Украине? Не все еще, это безусловно успешная стратегия. То есть популизм, но вы знаете, здесь, мне кажется, стоит говорить о том, и мы с вами об этом уже, да, этой теме уже касались, что вообще в целом тот тренд, который заложил еще Дональд Трамп, политика в стиле, в голливудском стиле, и политика больших обещаний, она сейчас в тренде практически по всему миру. То есть вот это вот популизм как технология, он безусловно себя оправдывает. Он очень успешен. А первые 100 дня Зеленского уже прошли или нет? Я забыл, когда были выборы. И можем ли говорить о каких-то успехах? Нет, первые 100 дней еще не закончились. Еще не закончились, да? Да, но успех у него есть? То есть две трети. Смотря что считать успехами. Опять-таки, да, то есть его личные успехи, безусловно, есть. Есть успехи его партии. Опять-таки, сегодняшний день – это день триумфа его партии. Но насколько это успешно для Украины, ну, я, честно говоря, очень скептичен в этом отношении. Поживем увидим. Окей. Очень... Да. Много шуму наделал, в частности, визит СБУ, Службы безопасности Украины, на предприятие ArcelorMittal. Как раз вчерашние обыски на предприятии, выемка документации, которые, ну, вряд ли поспособствуют инвестиционному климату. Какой политический контекст этого посещения, скажем так? Ой, вы знаете, у нас сейчас много конспирологических теорий на этот счет, и я, наверное, не буду предпочитать, скажем так, одну из них, но их достаточно много. Во-первых, это могло быть в рамках именно избирательной технологии, поскольку сам президент Зеленский и многие люди из 95-го квартала, они, собственно говоря, из Кривого Рога. Да? То есть обвинения в экологическом геноциде, которые предъявляются компании ArcelorMittal Украина, безусловно, имеют вот этот вот, знаете, такой политтехнологический флер. Понимаю. Вот. Но я бы, безусловно, не стал сводить это именно к такому объяснению. С другой стороны, поговаривают о том, что не является ли это началом новой волны реприватизации, не будет ли конечным бенефициаром господин Ахметов, который
не исключено, также являлся одним из спонсоров компании «Слуг народа» и так далее, и так далее. Но я не берусь фокусироваться ни на одной из этих версий, поскольку на самом деле неизвестно. Точнее, известно, но достаточно узкому кругу людей. Понимаю. А можем ли к этим, к той же самой политтехнологии, можем ли политтехнологией объяснить второе место пророссийской партии Медведчука? Отчасти да, но здесь стоит отметить, чтобы не было спекуляций дальнейших, что отрыв очень большой между первым и вторым местом. Да, то есть, если у «Слуги народа» почти 44%, напомню, 43,9% на данный момент, и это еще не окончательный результат, то оппозиционная платформа «За жизнь», как называется партия Медведчука, она имеет 11,5% и, соответственно, всего лишь 33 депутатских мандата по партийным спискам. Да? То есть, где 126 мандатов, а где 33. Отрыв очень большой. Четыре раза меньше. Но успех этой партии отчасти, безусловно, обусловлен той риторикой, которую она ведет. Ну, примирение, давайте скорее мириться с Россией, естественно, на условиях России, к тому же Россия сделает нам дешевый газ. Давайте жить, ребята, давайте жить дружно, да. Да, вот, естественно, у этой партии традиционно достаточно большое число было симпатиков на юго-востоке Украины, прежде всего на востоке Украины, да, опять-таки, исходя, так скажем, из этих исторических предпосылок отчасти исходя из той достаточно агрессивной, не по риторике, а по напору избирателя предвыборной кампании, то результат вполне закономерен. С другой стороны, стоит учитывать то, что оппозиционная платформа «За жизнь» оказалась всего лишь наиболее успешной из пророссийских партий. Да, это был мой следующий вопрос. Какой общий вес пророссийских партий в Украине? В парламенте, да? И вообще, да? То есть это две разных цифры будут. Ну, скажем, если так, в политической жизни Украины. Ну, неприятным сюрпризом этих выборов стало то, ну, для меня лично, да. Да, что партия кремлевского сливного бачка, вы уж извините за такую характеристику, партия Шария набрала 3%, и, соответственно, теперь она будет получать государственное финансирование. У нас есть закон, да, обеспечивающий государственное финансирование для партий, преодолевших 2% барьер. 2% у вас? Да. У нас, да, 1%. Он набрал 3%. Соответственно, ну, как получается так, что за мои деньги будут финансировать откровенно антиукраинскую партию. Да. Знаете, это нелепость, но такова демократия, увы. И точно так же еще одна партия, так, это оппозиционная платформа «За жизнь», а вторая партия называется «Оппозиционный блок», но она тоже не проходит в Раду. Я сейчас затрудняюсь сказать, сколько у нее процентов голосов, но что-то там около 2. То есть я точнее вам не скажу, сейчас у меня просто под руками нет статистики. Понимаю, да. А Порошенко и Тимошенко обе нет, вместе... Там и... нет «и», там нет «и». Да, но... Я предвосхищаю ваш вопрос. Да. «И» там нет. Окей, ну, как обе партии, конечно, не вместе, а отдельно, одной от другой. Как они представились на выборах? Успешно или, скорее всего, неуспешно? Ну, что касается партии «Европейская солидарность», партии партии Порошенко, да, она показала себя лучше, чем я ожидал. Она набрала 8,9% на данный момент, то есть она уверенно преодолевает проходной барьер 5%. 5 у вас? Да, и получает 26 голосов мандатов по избирательным спискам, по партийным спискам. Да, да, да. Батьковщина показала чуть худший результат, у нее 7,6% на данный момент и 22 мандата. Но общий, скажем так, враг у них, Зеленский,
это не означает, что они могут когда-то работать вместе против своего оппонента. Ситуативная альянсы, безусловно, возможны. Возможно, окей. Возможно, я думаю. Но вы, не, на, как мне кажется, неправильно расставляете сейчас силы. Да. Ударение нужно ставить иначе. Скорее, Батьківщина будет солидаризоваться с слугами народа, нежели с европейской солидарностью. То есть, можем сказать так, да? Тимошенко может выступить против Порошенко вместе и поддержать Зеленского. Понимаю. Да? И в этом смысле Тимошенко может заместить последнего, который тоже перешел 5-процентный барьер, рок-звезду, я его имя забыл. Это голос Вакарчука. Да, да. Не думаю, на данный момент не думаю. Скорее всего, то есть я понимаю логику вашего вопроса, действительно обсуждалось, по крайней мере кулуарно обсуждалась вероятность получения, создания коалиции на основе «Слуги народа» и «Батьківщини» как один из вариантов, всего лишь один из возможных вариантов. Ну и в этом случае Юлия Тимошенко, безусловно, претендовала бы на пост премьера. Однако здесь есть несколько очень неудобных нюансов для Зеленского и для партии «Слуга народа». Нюанс первый. Юлия Тимошенко, так же, как и Петро Порошенко, была конкурентом Зеленского на президентских выборах. Раз. Два. Она точно так же заигрывала, скажем так, с господином Коломойским, у которого очень тесные связи с Зеленским, с 95-м кварталом, соответственно, со «Слугой народа» в целом. И третий момент, однако же, при всем при этом, Юлия Тимошенко не портила отношений с Путиным. Ну, да, вы понимаете, здесь слово «портила» не вполне уместно, учитывая, кто на кого напал и кто является агрессором, а кто жертвой агрессии. Но тем не менее. Вот. Однако же, по крайней мере, на данный момент известно, что Зеленский проводил намерен проводить консультации с Вакарчуком по поводу его премьерства. И Вакарчук, по словам близких к нему людей, серьезно рассматривает такую возможность и якобы готов стать премьер-министром. Однако же такая комбинация чревата большими рисками лично для него, поскольку в этом случае Вакарчук будет премьером номинальным, поскольку так или иначе контролировать кабинет министров он вряд ли будет в состоянии, учитывая нынешние расклады в Верховной Раде, я имею в виду по результатам выборов, учитывая то, что правительство будет определенно состоять большей частью из слуг народа, вот, может получиться так, что все успехи будут присваивать слуги народа и лично господин Зеленский, а все неудачи будут вешать на премьер-министра, на господина Вакарчука. Собственно говоря, нечто подобное как раз было уже накануне сегодняшних выборов. И в результате рейтинг партии Гройсмана, Владимира Гройсмана, нашего нынешнего премьер-министра, упал ниже плинтуса. Понимаю. В самом конце нашего разговора, можем ли заключить, что с президентских до парламентарных выборов в Украине украинцы получили еще из того же самого? Не вполне понял вопрос. Могли бы вы перефразировать? Я думаю, что в прошлом разговоре мы обсуждали этот, скажем так, в юмористичном смысле. Ничего не меняется. У нас в Болгарии такое выражение есть. Еще из того же самого. Пойдешь в ресторан, заказываешь что-то и получаешь то же самое, как в прошлый раз. Да, я думаю, что большинство в своем украинцы получили то, что хотели, и я думаю, где-то то, что заслужили. Я абсолютно уверен, что в относительно близкой перспективе пойдет таки волна разочарования, поскольку здесь нужно понимать одну вещь.
У нас огромнейшая проблема с конструктом, скажем так, традиционным пониманием партии. Да? То есть партия в Украине это, как правило, движение, достаточно аморфное движение, зачастую вождистского типа, да. То есть они вокруг некой персоны объединяются, да, блок Петра Порошенко в свое время, блок Юлии Тимошенко, ну и так далее, да, это с одной стороны, а с другой стороны, украинские партии действуют по принципу скорее бизнес-проектов, нежели на основании какой-либо идеологии. Угу. И вот «Слуга народа» здесь очень показательно, это такой себе конгломерат людей, которые никогда не работали вместе, которые зачастую не имеют никакой общей платформы, которые имеют разнонаправленные интересы. То есть это скорее, знаете, своего рода федерация, нежели партия. Да? И как одна из угроз, я полагаю, может возникнуть такая ситуация, когда эти разнонаправленные интересы да. просто сделают эффективную работу «Слуги народа» в принципе невозможно. Да, у нас, я думаю, что мы это в Болгарии, это мы бы назвали корпорация, не федерация. Да, возможно, это более точное название. Окей, спасибо большое, Алексей, за то, что приняли приглашение на этот разговор. Я думаю, что для тех, кто смотрит нас с вами, контекст событий в Украине важный и интересный. Они интересуются этим. Так что спасибо еще раз за разговор. Продолжаем спасибо. Дальше. У нас очень интересный лик был сейчас. Утечка данных. Близо 5 миллионов человек. Я в своем профиле ссылки уже опубликовал. New York Times, Washington, CNN и BBC они писали об этом. Если вам интересно, можете прочитать. Спасибо и задержитесь там. Хорошего вам настроения, скоро увидимся. Спасибо, всего доброго. Большое, да.